Здравствуйте, меня зовут Алексей Кусов, я директор и журналист Информбюро. И это наш новый проект «2 квадратных метра свободы». Мы будем приглашать самых интересных и свободных спикеров, потому что на этих 2 метрах свободы в нашей стране вы можете говорить о чем угодно. Именно вы можете стоять здесь на моем месте и рассказать о том, что вы знаете про нашу жизнь, про нашу страну, про наш город. Возможно, именно ваши знания заинтересуют абсолютно всех зрителей Информбюро. Сделать это очень просто. Вам нужно позвонить по номеру телефона, который вы видите на экране. Вы расскажете тему, с которой вы хотите к нам прийти, и мы скажем вам, когда вы можете это сделать. Все съемки абсолютно бесплатные. Мы будем вас ждать. Добрый день, уважаемые харьковчане. Мы, активисты объединения «Автоевросила», разработали совместно с группой депутатов Верховной Рады законопроект, который позволит каждому украинцу за сравнительно небольшие деньги в Европе приобрести автомобиль, который будет соответствовать всем требованиям европейской безопасности, экологии и всех прочих требований. Для сравнения я хочу вам привести стоимость автомобиля Audi 2000 года в Литве. Он ориентировочно будет стоить там 3000 евро с пробегом 200 с копейками тысяч. И сравнить такой же точный автомобиль Lanos, который продается у нас в стране. Я думаю, разница очевидна. Нашей организации удалось организовать вокруг себя и вокруг нашей идеи общеукраинской на сегодняшний день уже 17 областей. 2 уже находятся на регистрации, то есть нас поддерживают практически по всей Украине. Мы проводили множество акций, которые направлены на то, чтобы нас слышали, видели и понимали, что нас очень много, и проблема эта не является отдельно взятых областей Западной Украины. Это проблема общеукраинская, и много людей нас поддерживают. 20.12.16 года наш законопроект внесут в порядок денный для голосования в Верховной Раде. 22.12.16 года наш законопроект будет вынесен на голосование в Верховную Раду. 22 числа, в четверг, депутаты будут голосовать не за доступные автомобили для украинцев, а за наше с вами право быть в своей стране со своим правом выбора. Группа депутатов, которые заинтересованы в лоббировании интересов украинского автопрома, если его так можно назвать, параллельно регистрируют законопроект, который направлен против нас, в частности автомобилистов, которые уже пользуются автомобилями на евро-номерах. Этот законопроект подразумевает под собой ужесточение штрафов, наказаний за использование автомобилей на евро-номерах. Наше общественное движение организовывает мирную акцию в четверг 22.12.16 года под стенами Верховной Рады в поддержку нашего законопроекта. Я, как глава Харьковского филиала общественной организации, призываю всех, кто поддерживает нас, поддержать нас в Киеве на нашей акции. Все вопросы о предстоящей акции вы можете задать по номеру телефона, который вы увидите на экране. Никто, кроме нас, не отстоит наши права. Зовут меня Роман. Вы смотрели передачу «2 метра свободы». До свидания.